Всем здравствуйте! 72-летняя Людмила Поргина всегда была дамой яркой и стильной. Даже после ухода Николая Караченцева его муза продолжает выходить в свет, выглядя при этом сногсшибательно и даже поговаривают, думает о замужестве. В последние несколько лет Людмила Поргина принимает активное участие в обсуждении тех или иных событий, связанных с театральной жизнью столицы. Пару дней назад артистка в открытую раскритиковала действия художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского, который первым делом вернул в репертуар театра самый рейтинговый спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж». По мнению Поргиной, новаторская постановка является переписанной глупостью. Но по всей видимости, жена Николая Караченцева тщательно следит не только за новостями из театрального мира, но и за модными тенденциями. Журналист Мариана Саидшах опубликовала на своей странице в Инстаграме видео, на кадрах которого Людмила Андреевна передает привет известному адвокату Сергею Гроза. «Привет тому, кто далеко, адвокату Сергею Гроза», говорится в подписи. На вопрос, кем вам приходится Сергей, ответила, наш любимый общий друг. На видео Поргина предстала в совершенно новом образе. Помимо удачной укладки, артистка решила дополнить прическу несколькими розовыми прядями, придавшими свежести ее лицу. Отдельной похвалы заслуживает макияж, благодаря которому лицо Поргиной заметно преобразилось и помолодело. Глядя на эту эффектную даму, трудно поверить, что она уже разменяла восьмой десяток. Людмила Андреевна умудряется произвести самый настоящий фурор. Отдельной похвалы заслужил наряд главной музы прославленного артиста. Стильная блузка и кожаные леггинсы, которые может позволить себе надеть далеко не каждая молодая красотка, придали образу звезды особую изюминку. Ранее в интервью Поргина рассказала, почему решила добавить яркую нотку в свой образ и сделать розовую челку. Это ко дню рождения Коленьки, чтобы он радовался. Он сказал, я ухожу, но буду тебя видеть каждую секунду. Каждую минуту. Ты меня не сможешь видеть, а я буду на тебя смотреть. Поэтому должны быть яркая помада, смелые прически, красивые наряды, яркий маникюр и педикюр, что всегда и все было красиво, как всегда, говорил мне Коля. И я ему поклялась, что никогда не буду плакать, а если буду, только от счастья, от любви к нему. Поэтому у нас в день рождения Коле как всегда будет весело. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.